Здравствуйте! Достали мне мыши, которые, как говорится, сейчас в доме завелись под руководством вундермыши. Не помогают никакие уловки. Даже если ставишь мышеловку такую радикальную, все равно объедают. В бутылки ставлю, которые всегда успешно попадались, на этот раз обходят все и ни в какую в них не хотят идти. Настолько обнаглели, что чуть ли не когда спишь, по головам бегают. Вот, ну что делать? По-прежнему не хочу радикальных таких особых методов, которые могут убить мышей. Хочу сделать мышеловку такую, которая еще никому в голову не пришла и прийти не может. Но надеюсь, она у меня сработает. Значит, суть в чем? Хочу сделать мышеловку, пылесос-мышеловка. Вот из бутылки делаю вот такую вот, как бы, устройство, где вот здесь вот шланг войдет пылесоса, с этой стороны это свободное входящее для потока воздуха, сверху крышка будет закрыта. Дальше нужно сделать так, чтобы мышь сама включала пылесос. Как это сделать? Ну вот я сейчас буду это. Затем надежная приманка будет укрепляться так, чтобы ее потоками воздуха не утаскивало в пылесос. Она оставалась на месте, эта приманка. Но мышь не смогла бы бороться с этим, чтобы она ее всасывала в пылесос, в этот накопительный бункер. Вот сейчас я должен подготовить проводку. Значит, для этого я взял две медные пластины. Значит, я их сейчас припаяю сюда замыкать, провода, которые будут замыкателями. Затем вот здесь сделал я из такой упругого пластика замыкающие такие контакты, чтобы были здесь. Одна пластина приклею с одной стороны, так, а с этой стороны встречную. Вот с этой стороны будет встречная приклеена. И когда мышь будет заходить, она будет очень такая податливая. Мышь, если будет заходить, она будет прижимать, и пылесос будет включаться. Значит, ну начнем. Сейчас я вот провод подготовил, разрывающий провод, который будет разрывать цепь электрическую. Значит, а пока я паяю, расскажу историю. Моряки, как, значит, раньше уходили в плавание, с ними, как правило, каким-то образом попадали на борт крысы. И они просто уничтожали запасы этих моряков. И они не знали, как с этим бороться. Ну вот поговорка есть. Значит, крысы бегут с тонущего корабля, как говорится. Это как раз из этой оперы. Ну, придуман был такой способ. Называется, значит, заводить крысолова. Крысолов — это крыса, которую специально готовят. Их отлавливают много крыс, затем их сажают в бочку, а дальше
начинается между у них борьба там. Значит, сначала они самую слабую съедят, затем вот это продолжается до тех пор, пока в конечном итоге не останется одна крыса. Но и потом эту крысу покупают за очень большие деньги, и она на корабле все, что чужаки приходят, она их просто съедает. А одну крысу на корабле всегда прокормить несложно. Так, ну вот, однажды история такая была. Значит, из вновь прибывших крыс, одну из крыс крысолов не стал есть. В общем, ну, в этот момент у нее, видать, была такая пора, когда она должна была контакт с самцами, чтобы для продолжения рода. Вот. Он, естественно, ее оставил, и у них родилось потомство, которое все были, как говорится, ели все подряд, и в том числе чужаков. Но они размножались с такой скоростью, и все были крысоеды, и уже бороться с ними было невозможно. Легче было сжечь корабль или затопить. Вот. Ну вот, по такому же принципу, наверное, у меня здесь мышь так завелась. Сама сумела самообучиться ввиду высокого интеллекта. Обходит все эти ловушки, которые ей заготовлены. Ту, которую у меня удалось поймать, несколько раз она попадалась, но ухитрялась уйти из нее. То есть из-за высокой прыгучести она, в общем-то, уходила. Ну, что делать? Вот сейчас попробую сделать такую мышеловку, до которой, как говорится, никто еще не додумался у нас. Будем пробовать ловить такой. Ну, я где-то все по порядку. Значит, теперь дальше задача. Мне приклеить надо. Этот замыкатель будет теперь. Две пластины. Когда мышь будет заходить и оказываться на этой площадке, она придавливать будет. Две медные пластины будут соединяться. И срабатывать будет пылесос. Дальше. Чтобы на пылесос подать напряжение. Так. Мы делаем вот такую историю. Так. Вот у меня есть этот удлинитель с включателем. Мы делаем разрыв от включателя. Отпаиваем, удаляем провод, так, раз, и второй отсюда, так, так. Включатель в этом случае у нас должен быть постоянно включенный. Потому что включатели у нас уже переносятся автоматически на включение пылесоса. В мышеловке будет включатель находиться. Так. Значит, я припаиваю. Так. Здесь. Так. Второй контакт вот к этой штучке.
Так. Так, все здесь припаяно. Итак, значит, подготовку я системы электронного включение подготовил. Вот здесь вот, вот они, две пластины, которые будут замыкаться, если мышь будет на них наступать. Значит, что произойдет? Так, включаем включатель на этом. Так, теперь смотрим. Срабатывает. Теперь я приклею эти пластины вот к этому пластиковой основе. Так. Так, пробуем опять же. Теперь можно браться, не боясь, изоляция есть. Включаем. Так. Включаем. Если мышь попытается назад выбираться, значит, опять попадает на эти же контакты. И ее...
опять туда должно затянуть. Пылесосе удаляем бункер, не бункер, вернее, а вот этот элемент фильтрующий. Это добавит еще тяги. Мышь через шланг, даже если пылесос выключится, она пойдет по шлангу, как бы уходить от этого опасного для нее места, она попадает в пылесос вот через это отверстие, дальше вот в эту полость, и оказывается вот здесь вот выход есть, оказывается в бункере. Вот таким образом, значит, оказавшись в бункере, она оказывается в западне. Попытка пройти назад по шлангу приведет опять включению пылесоса. Вот. Ну, на этом до свидания. Будем пробовать перехитрить мышей таким вариантом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.